This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Что, ребята, всем привет! Добра и позитива. Москва на связи. Значит, сегодня будет тоже интересный такой ролик. Хочу познакомить вас с замечательным автомобилем под названием Citroen DS3. Вот такая вот тачка. Видите, да? Только помыл. Пока еще чистая. Решил ее показать вам, пока она еще не совсем будет грязная. Потому что на улице, конечно, сейчас не совсем хорошее время для обзоров. Но тем не менее. Это бензиновая версия, 1.6, автомат, очень стильный, как мне кажется, автомобиль, очень много разных вариантов комплектации есть, как цветовой гамме, внутреннего выполнения, так сказать, салона, разные варианты, дисков есть, есть несколько вариантов мотора, есть дизель. В общем, вот такой вот хэтчбэк. Ну, наверное, первое то, что бросается реально в глаза, это, конечно, реально большие двери. Посмотрите, какие они огромные. Просто лопасти. Особенно, не совсем, наверное, это удобно, когда подъезжаешь на парковку и открываешь двери. То есть все время упираешься в стоящую рядом машину. Но садиться тоже удобно. О салоне автомобиля поговорим чуть-чуть попозже отдельно. Но согласитесь, он стильно выглядит. Вот эти вот хромированные детали, элементы какого-то декора. Цвет очень красивый. Такой какой-то темно-зеленый, насыщенный цвет такой, да? Крыша тоже, посмотрите, какая. Мне это напомнило другой автомобиль под названием «Мини». Вот мне кажется, что французы тоже, в общем-то, выполнили вот DS3, тоже в таком довольно молодежном, стильном виде. Очень интересные зеркала. Я смотрел обзоры других, так сказать, блогеров по Ютубу, которые ругались на то, что плохая обзорность в этом автомобиле. Я с этим не согласен. Я считаю, что обзорность достаточно хорошая. За счет, ну, вот этих вот, например, этих стекол, да, кто-то говорит о том, то, что достаточно плохо видно сзади, вид сзади, да, за счет того, что вот это вот стекло очень такое небольшое. Я бы так не сказал. То есть, катаясь на данном автомобиле, в принципе, меня это не смутило. Достаточно удобно все. В принципе, для городского пользования данным автомобилем удобный багажник. Положить спортивную сумку, какие-то там сумки из супермаркета. Даже в конце концов кого-то встретить или проводить в аэропорт. Тоже это будет удобно сделать на данной марке. Есть парктроник передний сзади. Есть точно так же камера заднего вида. Ну, динамика — это отдельная тема. Об этом тоже чуть попозже поговорим. Но согласитесь, вот сам по себе автомобиль смотрится. На него обращают внимание. Этот автомобиль приковывает взгляды окружающих, да? Наверное, вы сейчас думаете, что это все-таки женский автомобиль. Я бы так не сказал. Все-таки это, наверное, молодежный автомобиль, на котором можно прокатить девушку, или девушка может прокатить своего парня. Достаточно высокий автомобиль. То есть можете посмотреть, что клиренс не низкий. Вот даже в условиях московских зим и снегов абсолютно спокойно можно ездить. Что еще бросается в глаза, смотря на этот автомобиль? Ну, наверное, его размеры. Я сейчас не буду, так сказать, увлекаться и говорить вам ширину, длину, высоту. Это все точно так же можно найти в интернете. Но хочу сказать, что этот автомобиль, он компактный, он удобный. То есть он небольшой, он уютный. То есть внешне этот автомобиль, в принципе, ну, из десятки, я думаю, что, ну, точно, ну, на 9, а даже на 9 с плюсом тянет. Давайте посмотрим, что в салоне автомобиля.
Кстати, ребята, помните, да, компанию Long River Moscow? Перед тем, как мы перейдем к обзору салона DS3, я вот все-таки хочу вам показать то, что на самом деле ребята из Long River делают хорошие вещи из кожи. Посмотрите, какая отделка, то есть вот сейчас начался новый 2018 год. Я сюда вставил новый ежедневник. Вот все тут расписываю, все показываю, рассказываю. Пишу себе какие-то шпаргалочки, тоже замечательные. И просто вот хочу вам порекомендовать эту компанию, потому что на самом деле я вам обещал, и я держу свое обещание. Во-первых, я пользуюсь этой компанией, это не какая-то реклама, я реально уважаю то, что они делают, и вдвойне приятно то, что это наша отечественная компания Long River Moscow. Ребята, у меня есть промокод Симонов, просто можете зайти, у меня есть ссылка в описании под этим видео на Long River. Там есть и рюкзачки, и портмоне, и вот такие вот замечательные разные кожаные вещи, и ремни, и женские, и мужские. В общем, много-много-много всего, ребята, рекомендую. Качество потрясающее, посмотрите, отстрочка, завальцовано все. Ну, просто приятно в руках держать, то есть, ну, очень мне нравится. Итак, давайте будем смотреть салон DS3. Итак, что же у нас тут есть? Единственное, что черный цвет я, например, не совсем люблю, да, то есть все-таки мне кажется, что такая красивая машина, как Citroen DS3, заслуживает более какого-то, может быть, интересного дизайна внутри, но, как я уже сказал ранее, есть разные варианты отделки и компоновки, в том числе салона. В данном случае мне машина досталась вот с таким вот черным салоном, вот с такой вот перфорацией, кожаные сиденья, есть подогрев сидений. Очень стильные коврики, кстати, обращайте внимание на детали, да? То есть отсылочка такая к такси, как сверху на крыше, так и даже на ковриках есть. Достаточно большие двери, я об этом уже сказал. Достаточно удобный подлокотник. Но музыка, в принципе, карбоновые вставки такие. Вот такой вот, видите, скошенный руль с элементами пластика. Как видите, да, на руле нет абсолютно никаких переключателей, там громкости и всего остального. Это есть на центральной консоли. Ну, говорят, что здесь можно расположить еще 3 человека сзади. Скажу честно, вчера мы ехали из гостей, и я отвозил с собой 2 человек. Сказать, что им было комфортно и уютно здесь, я бы не сказал. Все-таки места достаточно мало здесь. Но иногда кого-то подвезти или там, например, какой-то багаж отвезти, перевезти, это можно сделать, потому что еще и раскладываются задние сиденья. Достаточно, в принципе, удобно. Но давайте я, наверное, присяду и покажу, насколько удобно или неудобно сидеть сзади. То есть, видите, да, коленки мои упираются. То есть я человек, не скажу, что большой, 1,82 у меня рост, но, видите, да, коленкам здесь абсолютно неудобно. Как можно здесь расположить 3 человек, я, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, куда-то добраться можно. Очень удобные ручки есть здесь. Достаточно неплохая отделка салона. Приятная на ощупь кожа. Есть центральная консоль. Как я уже сказал, это машина с автоматом. Достаточно стильно смотрится водительское место. Есть навигация, раздельный климат-контроль. Ну, в общем-то, все самое необходимое, то, что должно быть в машине, здесь присутствует. То есть сказать, что здесь чего-то нет, я бы, наверное, так не сказал. Наверное, за исключением подогрева руля. То есть подогрев сидений есть, но вот еще все-таки в российских условиях, я думаю, что должно быть и подогрев руля. Вот, кстати, тоже такие вот, видите, небольшие карманчики есть. Колоночки. Вот такие вот кармашки тоже присутствуют. На заднем сиденье можно что-то положить, там какую-то газету или какие-нибудь, например, личные вещи, что тоже, как мне кажется, удобно. Я считаю, что очень грамотное решение было продумано и придумано производителем, это утопить перчаточный ящик или бардачок немножко вглубь. То есть за счет этого все-таки пространство для переднего пассажира, оно как бы увеличивается. Вот такой вот тоже перчаточный ящик есть, небольшой, карбоновые отделочки есть. Видите, в 2 щелчка открываются
вот эти вот шторки от солнца. И, как я уже сказал, достаточно хорошая обзорность. По крайней мере, вот даже если смотреть в зеркало заднего вида, обзорность, как мне кажется, очень-очень даже неплохая. Удобная приборная панель. Что здесь есть? По поводу расхода, ну, я вам могу сказать, что расход на данном автомобиле, по-моему, сейчас мы посмотрим, так, 8,6 литра на 100 километров, это в смешанном режиме, да, то есть, учитывая, что зима, учитывая, что холодно, машину нужно прогревать, но, тем не менее, вот такой вот расход. Конечно, производитель заявляет, что расход на данном автомобиле, он будет меньше, но, тем не менее, жизнь диктует свои условия. Вот, то есть 8,6 литра, вот такой вот расход. Ну, о динамике поговорим тоже, наверное, отдельно. Давайте прокатимся. Ну, что я сразу отметил, катаясь на DS3, то, что машина на самом деле достаточно динамичная. Быстро набирает, плавно тормозит. То есть, не знаю как, но мне на этой машине хочется погонять. То есть, машина, как мне кажется, такого, знаете, для эгоиста, что ли, да, для человека, который пока еще не обзавелся там большой семьей, то есть, у которого есть деньги. А стоимости, кстати, этого автомобиля, надо сказать, отдельно. То есть, данная машина стоит в районе 1 000 000 рублей, там, плюс-минус, да. И как мне кажется, она как бы стоит своих денег, потому что на самом деле она броская, она яркая, она дарит эмоции. И эта машина, она достаточно, ну, проста, наверное, да, и в то же время как-то индивидуально выглядит, да. Очень легкий руль, то есть можно прям буквально, вот видите, да, одним пальцем, так сказать, управлять DS3, то есть очень хорошая динамика. Разгонные качества превосходные. Прекрасная коробка, очень хороший автомат, быстро отзывается. Но, не знаю, мне приятно водить эту машину. То есть для, например, городского жителя этот автомобиль 100% подойдет. То есть, если, конечно, у вас нет большой семьи, там вам не надо возить по там двое-трое детей там каждый день в школу. И забирать там из детского сада там целую армию, да, вот, то этот автомобиль, ну, однозначно подойдет. Как я уже сказал, на этот автомобиль обращают внимание на дорогах, как молодые люди, так и девушки. То есть особенно какое-то вот сочетание вот этих вот цветовых решений кузова. Единственное, конечно, вот внутреннее убранство салона я бы сделал все-таки по-другому. Хотя, как мне кажется, это такой, знаете, мужской, наверное, вот данный автомобиль, данная версия, она более такой, знаете, пацанская такая, да. Темные цвета, темно-зеленый цвет кузова. То есть такой стиль пацанский, да. Но мне кажется, что и DS3 точно так же можно заточить и под какую-то девчонку, да. То есть сделать тоже какой-нибудь интересный цвет, посветлее салон. Кстати, здесь есть еще такая вот фьюча, да. Вот это вот, это ароматизатор. То есть его тоже можно активировать, включить, и у вас будет пахнуть парфюмом, так сказать, в салоне. То есть из этих форсуночек будет приятно тянуть каким-нибудь французским, парижским там парфюмом, да. Вот, так что вот такая вот интересная машинка досталась нам сегодня. Ну, наверное, еще минус, какой я здесь нашел, это, конечно, то, что нет подстаканников, да, то есть, если ты там где-то на заправке взял чашку кофе, ее банально просто поставить некуда, да. Из плюсов, ну, вот этот вот подлокотник, он достаточно удобный, да, то есть, здесь есть и вот такое вот еще небольшое отделение, можете посмотреть, да, вот, то есть, им тоже, в принципе, достаточно удобно пользоваться. Что еще здесь из... Да ничего здесь, в принципе, такого сверхъестественного в этой машине нет. Машина просто вот дарит эмоции, именно когда ты катаешься на ней. Динамика превосходная. Внешний вид, я говорю, броский, яркий, да. То есть машина сама по себе красивая. Если честно, вот катаясь по Москве, DS3 не часто встретишь на дорогах, да. С чем это связано? Ну, наверное, все-таки с тем, то, что все-таки Citroёn как-то... Ну, не особо, наверное, популярен на российском рынке. С чем это связано?
сложный вопрос, но мне кажется, что есть, наверное, на это причины тоже. Вот напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, почему мало Ситроенов? И, кстати, я уже говорил, мало Пежо почему-то в Москве, вот на российских дорогах, на московских дорогах. С чем это связано, непонятно. Может быть, цена, качество, может быть, еще что-то. Не знаю, вот напишите, будет интересно пообсуждать. Даже есть круиз-контроль. Представляете? На такой малышке есть круиз-контроль, что тоже, как мне кажется, плюс. Ну и неплохая музыка здесь стоит. В принципе, тоже для такой тачки это достаточно неплохо. Вот, кстати, сиденье, да? Видите, они с поддержкой, с боковой, такой закос под спорт. Достаточно удобно сидеть. Но мне кажется, если полный человек, полный пассажир или полный водитель, то, наверное, не совсем комфортно ему будет сидеть, потому что вот-вот, прям впритык. То есть вот у меня вес там получается где-то 89 килограмм, я прям впритык здесь сижу. То есть это, в принципе, такая машина не для полных людей, хотя и двери огромные, большие. Я еще вот отметил, ну, наверное, шумоизоляцию, да, то есть, в принципе, машина не тихая. То есть, если ты прибавляешь газку, машина так рычит по-спортивному, да, ну, я не знаю, плюс это или минус, но мне кажется, что если бы она немножко была потише, было бы здорово, конечно. Вот посмотрите. Мне кажется, шумновато немножко, правда? Что еще хочется отметить, это подвеску. Подвеска достаточно жесткая. То есть, когда ты проезжаешь какие-то поребрики, выбоины или ямки небольшие на дорогах, да, то есть у тебя весь позвоночник это реально чувствует. Мне кажется, это тоже, наверное, все-таки минус DS3. Но есть и куча плюсов. Ну, подводя итог, я могу сказать, что, в принципе, DS3 мне понравился. Понравился своей какой-то индивидуальностью, понравился своей яркостью, красотой, в конце концов. Динамикой. Посмотрите. Достаточно юркая машина, удобная машина в плане парковки для города. Наверное, так скажу, что больше плюсов, наверное, чем минусов. Явных каких-то прям косяков я здесь точно не увидел. То есть машина дарит эмоции. Машина броская. Машина такая, знаете, вот она молодежная. Она прям, знаете, вот к ней подходишь и улыбаешься сразу. То есть, садясь за руль DS3, ты понимаешь, что это, ну, какое-то твое внутреннее такое, знаете, какое-то внутреннее, какое-то твое, твоя красота какая-то, вот знаете, вот что-то такое. То есть, когда ты подходишь к какой-то, ну, обычной машине, да, ни по цвету, ни по марке, и ты садишься, и ты не понимаешь вообще, что, куда, чего. Ну, обычно это как средство передвижения. А в DS3 все-таки ты садишься, и ты понимаешь, что это стиль, что это дизайн, что разработчики, конечно, к этому приложили, так сказать, максимум усилий. Вот даже руль, вот я вам скажу, да, то, что вот тактильные ощущения, они приятные. Руль кожаный, то есть все очень гладко, все очень удобно сделано. Никаких зазубрин, заусенцев нет, то есть, ну, как бы в целом неплохо, неплохо все смотрится. То есть могу сказать, что я бы рекомендовал такую машину для покупки. Если у вас есть 1 000 000 рублей, то, в принципе, эту машину можно брать. Если вы молодой, амбициозный, красивый душой и телом, то, как говорится, эта машина для вас. Ну, в общем-то, заканчивая этот ролик, ребят, буду точно так же вас радовать еще вот какими-то новинками автопрома. Мне эта машина, правда, понравилась. Она интересная. В ней ничего такого, как бы, особенного нет, но она, вот я говорю, дарит эмоции. Мне понравилось. Пишите, что вы думаете, может быть, у кого-то есть пользование данный автомобиль. Давайте это пообсуждаем в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите этот колокольчик. Ну, дальше буду тоже снимать, будет что-то интересное. Впереди у нас поездка будет в Венгрию, Будапешт ждет. Так что что-то интересное будет всегда выходить на канале Добра и Позитива. Все, ребятки, чао, пока. Спасибо большое, что были со мной на этом обзоре. Пока, чао. Ребята, пролетела неделя также незаметно, очень быстро. На инвестиционной платформе Кэшбэри пришло время выводить деньги. И теперь эта сумма составляет у нас 18 969 рублей. Будем выводить на
привязанную карту Кэшбэри. Выбираем, как обычно, валюту, рубль, Сбербанк, сумма. Ну, давайте поставим 18 950. Вывод денег успешно заказан. Проверяем рабочий кабинет. Остаток у нас 61 рубль. Это уже пойдет на следующую неделю. Ребятки, пора зарабатывать. Инвестиционная платформа Кэшбэри. Ссылочку оставлю обязательно в описании под этим видео.